Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки и ниндзя-легенды. Так, забираем свои ежедневные награды. Я в Лиге Мастеров 2 звезды. Я не знаю, правда, где сейчас буду находиться. 100% меня сбросили. Но мы сейчас увидим с вами, куда, на какую позицию. И, соответственно, будем с тобой дальше подниматься вверх. Потому что сегодня уже понедельник. И не забывай, что в 2 часа дня у нас будет обновление, да, неделя подойдет к концу, поэтому мы с тобой должны на арене выступить хорошо. Так, Лига Мастеров, 1 звезда, ранг 16, то есть мы с тобой вернемся в Лигу Мастеров 2 звезды, надо только немножко постараться. Так, задание у меня есть, ага, через 1,5 часа будет откат, и в данный момент у меня всего лишь один билетик на откатик. Слушай, это плохо. Это плохо, но нам с тобой нечего все равно делать. Выбора у нас нет. Будем проходить теми персонажами, которые будут доступны. Так, Ахмат, Эрик и Марина. И я, наверное, возьму... Блин, смотри, уже 74-75 уровни. Это очень опасно. Наверное, возьмем с тобой для начала Марину. Да, хочу попробовать подраться именно с ней. Берем с тобой Леонардо. Так, я хочу, наверное, отыграть здесь по максимуму. И как же мне сделать? Брать этих вот 62 уровни? Леонардо, ты справишься, а, с этими аглоедами, а? Или нет? Вот в чем вопрос. Наверное, я все-таки для подстраховки возьму Армагона. Тут, знаешь, что самое главное? Чтобы у нас была хорошая инициатива. Если у нас сходит Леонардо плюс Армагон, то, в принципе, победа будет за нами. Сейчас мы с тобой все это дело и посмотрим. И желательно, чтобы Эйприл здесь упала. Но нет, Рафаэль выжил. Ой-ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, родные мои. Ну-ка, Армагон, давай, не подведи. Я же знаю, ты можешь, ты славный парень. И он, как всегда, меня не подводит. И это превосходно, потому что мы с тобой получаем в полном объеме кубки. Соответственно, мы с тобой поднимаемся. А может быть, даже перелетим сразу в Лигу Мастеров 2 звезды. Мне бы этого очень сильно хотелось. Ну что, загрузка так долго идет. Но давай-ка глянем. И дудки. Ничего у нас не вышло, мы с тобой попали на 7-ю позицию, то есть нам сделать нужно еще один бой. Но на самом деле не один бой нам надо сделать, а где-то боев 5, чтобы закрепиться здесь еще. И давай-ка мы здесь с тобой выберем... Так, Руди. Да, именно он подходит по всем параметрам для этого боя. Я возьму сюда Усаги. Так, Донателло пускай будет. Возьмем, наверное, с тобой Рокзара. И здесь уже можно будет взять, наверное, нам с тобой Паукуса плюс нейтрализатора. Хотя... Хотя, погоди-ка, секунду. Зачем мы будем их брать, когда мы можем взять Сплинтера и Ваньку? Команда-то, в принципе, неплохая. Их так просто легко не завалить. Тем более у нас здесь есть Рокзар, который встанет в провокацию. И Усаги, который повесит, надеюсь, на всех постепенно урон. Единственное, меня здесь смущает, это кролики. Они могут, конечно, сейчас бомбануть массовой атакой. Но смотри, в принципе, хиллер есть. Леонардо у них хиллер. Ладно, я встану все-таки в провокацию. Не будем рисковать. Так, минус. Кролики выделываются. Блин, Лео сейчас будет хилять. Естественно, ну как же без этого. Причем хильнул довольно неплохо. Что сделает? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Блин, это плохо было. Слушай, наверное, мы с тобой сделаем сюрики. Теперь надо, по идее, завалить нам кроликов. Как бы это сделать? Давай так вот. Нормуль. Так, Ванька, ты держись у меня. Я смотрю, там уже начинает хандрить. Минус Лео и остается Микеланджело. На тебе. Все, ребята. Вы сами видите результат, мы с вами победили. И сейчас мы переходим в Лигу Мастеров 2 звезды. Но нам нужно еще где-то, ну, хотя бы до 60-го, 50-го места добраться, чтобы за это время меня не сбросили. А ну-ка, какое место у нас? 98-е. Ну да, это очень мало. Кстати, у нас с тобой есть баксы. Вот что я придумал. Мы сейчас делаем с тобой хитрый ход. Мы просто купим 10 откатов. Было бы немножко побольше долларов, я бы взял бы еще 10, но, как видишь, не хватает. Слушай, это в корень меняет все наше дело, весь наш бой. Так, мы сейчас выберем с тобой здесь. Возьму-ка я Лизоньку. Да, Лизоньку возьмем и возьмем обратно Леонардо. Сюда же я хочу вернуть
Армагона. Леонардо, Армагон. Плюс берем с тобой Карайку, Змейка Вьюна и Паукуса. Я думаю, что вполне все это годно будет. Тут у нас кто? Самый такой жулик — это Кирби, потому что он хиллер. Но Микеланджело, ты сам прекрасно знаешь, он будет, естественно, бафать на атаку вражескую команду. Ну, Кирби упал, это плюс. Так, ну-ка, попробуем. Кунайчики бросили. Так, минус Майки. И Армагон все-таки сделает жирную точку в этой финальной битве у нас. Все, ребята. Я надеюсь, мы перейдем с тобой где-то на 85-е место. Мне бы этого очень хотелось, а лучше бы на 70-е. Но это слишком жирно, скажу, для меня, да? Но было бы справедливо, я считаю. Давай-ка посмотрим, куда меня все-таки бросят. 88-е место. Угу. Еще как минимум 3 или 4 даже боя нам нужно сделать. И выберем мы с тобой либо Марка, либо Макроса. Точнее, Маркоса. Угу. Или же Мэна взять. Вот тебе и да. Слушай, я возьму, наверное, все-таки Маркоса. И опять же берем сюда Леонардо. Возьму Зека. Леонардо, Зек — это, в принципе, уже 100% победа. Вот единственное, что я беру вот этих двух, Джастина и Муху. Они могут проиграть. Точнее, мы можем проиграть из-за того, что у нас сразу падает инициатива. Если у нас падает инициатива, враг начинает ходить первым. Или же после Леонардо он будет начинать свои ходы. И, соответственно, Муха сразу идет под обстрел вместе с Джастином. Сейчас мы посмотрим. Если замедляшка на всех сработает, то нам повезло. Не на всех. Ладно, Лео, давай сделай свою козырную вертушку. Ай-яй-яй-яй-яй, Майки. Ну, слушайте, ребят, нам еще повезло крупно, потому что он начал стрелять в нейтрализатора. И, как видишь, у него осталось здоровье. Так, нам нужно теперь его добить. На, опа. Мимо, а если так? Мимо? Ну, все, все, Зек сделает свое дело. Он неплохо прокачан, поэтому он добил лазером из пальца. И мы с тобой двигаемся дальше. Была 88-я позиция, надеюсь, сейчас будет 70... Нет, 70-е слишком жирно. 80-е, скорее всего, будет у нас место. А ну-ка, покажи-ка, пожалуйста, мне результат нашей битвы. Даже 79-е, уже лучше. Но все равно маловато. Так, Максим, Чарли и Джой. И кубки-то у всех одинаковые, но послабее будет Джой. Поэтому мы его, конечно же, берем. Опять же, Лео в копилку. Возьмем сюда Криса Брэдфорда. Так, надо отыгрывать тогда этих ребят, получается. Возьму сюда Железную Голову и ко всему прочему. Блин, ну такой риск, офигеть какой, а, ребята. Кирби плюс Мондо Гекко. Тут Микеланджело мне не нравится. Он будет, естественно, вешать уклонение. 100% тебе говорю. Зато у них нет. Хотя есть Микеланджело, он же и хиллер. То есть он либо хилять будет, либо на уклонение, да, что-то делать. Так, у нас есть провокатор, у нас есть с тобой массовик, у нас есть Крис. Ну, Крис здесь мало чего решает, поэтому я возьму еще Бакстера Стокмана сюда. И Кирби, да? Или лучше Шреддера взять? Я возьму, наверное, лучше Шреддера. Хотя, блин, Кирби все-таки, нет, не хочу Кирби, Шреддера возьму. Кирби, хоть у него и 51 уровень, но ты знаешь прекрасно, что по защите он вообще ни о чем. Его быстро сольют, а Шреддер, ну хотя бы будет дополнительный хил у нас. Так, давай посмотрим, что у нас тут сделает Леонардо. Так, Микеланджело упал, и это уже хорошо. Дальше нам с тобой нужно завалить. Я думаю, Слэша будем бомбить. Окей. Так, Крис Брэдфорд делает защиту на команду. Ну, что я тебе скажу, по-моему, тут победа уже за нами. Упс. Погоди-ка, если так. Молодец, Бакстер. Ушатал. Слушай, я немножко даже испугался, думал, сейчас вдруг из-под контроля все выйдет, и он как Шреддеру звезданет, и тот упадет. И, соответственно, у нас сразу с тобой кубков будет меньше, и будет маленький рейтинг. Давай, 70-е место, пожалуйста, ну. Вот, спасибо. 70-е место. Ну, ты сам понимаешь, да, почему мы с тобой так медленно продвигаемся. Здесь уже, грубо говоря, сливки общества идут, да? Так сказать, асы этой игры. И вот мне приходится с ними здесь драться.
И я смотрю, тут Мац довольно слабенький. У него 71, 74, 75 уровень. Хотя здесь еще будет, наверное, попроще. Бакстер Стокман мне, конечно, немножко не внушает доверия со своей массовой атакой. Ладно, я возьму Леонардо. Ко всему прочему, я верну Зека сюда. Берем Микеланджело. Елки-палки, я подставляюсь, по-моему, под монастырь, брав вот этих ребят к себе в копилочку. Ну и если мы, опять же, с тобой очень хорошо сыграем, то, возможно, Мондагека и Кирби у нас с тобой останутся живы. Давай смотреть, у кого инициатива. Видишь, да, у Микеланджело очень крутая инициатива. У него практически накопилась вся полосочка. Сейчас будет атака, и нам нужно... Давай, ладно, фиг с ним. Я думал атаковать. Думал его сейчас немножко ударить, но прекрасно понимаю, что мы его не добьем. Так, замедляшка. Отлично, кстати, очень хорошо. Я надеюсь, кто-нибудь упадет, хотя здоровья у них очень много у всех. Вау. Так, а вот это хорошо, что он вешает иммунитет, он не стал никого бить. И нам нужно с тобой... Смотрим. Мондагека. Слушай, давай-ка я, наверное, ускорю свою команду. Может быть, мы успеем все-таки опередить Рокстеди. И ультразвук, что ли, сделать? Ладно, давай с тобой крикнем. А ему по барабану, у него иммунитет. Микеланджело не имеет двойной атаки. Давай попробуем, наверное, вот этой вот бомбочкой дымовой бомбануть. Вдруг получится его. Отлично! Слушайте, ребята. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Смотри, мы с тобой Мондагекой, да, и Кирби оставили в живых. То есть они у нас выжили, соответственно, и кубки у нас будут больше. Так, было у нас 70-е место, и значит сейчас где-то 70, точнее не 70, а 62-е, наверное, будет. Ух ты, 59-е, ничего себе. Друзья мои, у нас еще 5 откатов, но правда они сейчас очень быстро у нас закончатся. Мне надо будет откатывать довольно много персонажей. А это именно Леонардо, берем с тобой Рафаэля. Возьму сюда Усаги. Слушай-ка, подожди, а если у нас, смотри, будет, например, Леонардо бомбить, да, и Усаги, у них инициатива очень большая, и они вместе будут ходить, то есть Усаги будет вешать на них постепенно урон, да, а Леонардо потом добивать. Давай попробуем, если вот так вот будет у нас прокатывать вот эта вот сходочка, да, то мы будем брать уже, я раньше брал как, Зека и Леонардо. Зека брал из-за того, что у него была замедляшка, да, которая замедляет ход врагу. А сейчас посмотрим, как здесь будет работать. Ты посмотри, что вытворяет. И Леонардо, в принципе, добьет. Если не добьет, то остальные погибнут от постепенного урона. Но ты видишь результат, у нас все получилось хорошо. Так что, моя следующая комбинация будет Леонардо, Усаги и мелочевка какая-нибудь, да? И вот таким вот образом мы с тобой будем очень быстро набирать нужное нам количество кубков. Причем даже безопасно. Вот что самое интересное. Блин, а почему так мало мы с тобой поднялись? 54-й ранг у нас с тобой. Ну, как-то вообще, ребят. Я, честно говоря, думал, что мы где-то будем на 45-м. Так, ну что, тут кубки всех одинаковые. Возьмем, наверное, с тобой Вандерсона. Да, именно его. Откатов у нас, сам видишь, очень-очень мало. Раз, два. И давай попробуем сейчас взять вот этих вот. Если мы сейчас справимся, то эта команда действительно будет имбовая у нас. То есть Усаги и Леонардо — два массовых персонажа, которые наносят солидный урон. Ну-ка, давай еще разок протестим. То есть они даже не успевают ничего сделать, понимаешь? Смотри, хоп. Постепенно, ну почти на всех упало, кроме Донателло. И сейчас вот Леонардо делает свою вертушку. В принципе, должен всех ушатать. Все, я нашел себе новую, ребята, комбинацию. Усаги, Лео и остальные, неважно, кто будет. Даже можно, наверное, попробовать с 30-ми уровнями. Ну, это, конечно, борзость с нашей стороны будет. Да и риск все-таки, хоть какой-никакой, но он присутствует. 44-е место. Слушай-ка, мы, наверное, даже с тобой еще успеем в понедельник в часиков 12 в час. Лишь бы мне только проснуться. И мы с тобой сможем, наверное, всех их так забомбить. Потому что у нас будет задание, мы с тобой сделаем. Получим еще 5 откатов. И за
Лигу мастеров, две звезды, мы получим, по-моему, $100, да? Нам нужно 250 для того, чтобы получить 10 откатов. То есть мы можем даже перейти, есть такой шанс, маленький, но есть, в Лигу мастеров три звезды. Это будет вообще шикарно. Это будет просто имба, если я перейду. Ты понимаешь, это фулочка, это лучший, как говорится, результат будет. Хотя тут, смотри, сброс через 1:20. И я, наверное, через именно часок пройду задание, получу все-таки откатики. И завтра мы с тобой попробуем действительно пробиться. Лишь бы за ночь меня не сбросили слишком низко. Так, ладно, что-то мы тут с тобой разговорились, размечтались, у нас с тобой впереди еще бои. А мы, как говорится, делим неубитого барана. И тут у нас покупка. Смотри, вот эти два одинаковых, но я рискую на них идти. Я возьму немножко послабее вот этого вот. Это у нас Майкл. Так, один откат. Ё-моё, один откат всего лишь. Друзья мои, блин, тратить его. Слушай, если я возьму Усаги, да, и вместе с ним вот этих вот, мне кажется, это ни к чему хорошему не приведет. Нас быстренько разберут. А приобрести доллары я не смогу, да? И купить, соответственно, один откатик тоже у меня не получится. Так, смотри-ка, здесь очень хорошая новость у нас есть. 5 ДНК на Рокстеди. Конечно, я сразу приобретаю, с превеликим удовольствием. Так, фишек у нас 135, этого мало. А жетонов у нас 62. А минималочка, которая нам требуется, это 75. Можно, конечно, вот сюда вот потратить, но зачем, если мы с вами копим? А на кого нам копить-то? Наверное, все-таки будем с тобой Леонардо. Кстати, можно сегодня попробовать пройти измерение, да, смятение из другого измерения. Попробовать пройти, но там, там очень много боев, и я не знаю, хватит ли у нас с тобой пиццы. Короче, с ареной на сегодня мы заканчиваем. Так, идем на испытание. У нас супер шреддер. И я попробую еще немножечко, наверное, пофармить. Мне, кстати, он так и не выпадал, шреддер этот суперский. Давай попробуем. Сыр у нас есть, поэтому нам в любом случае нужно его сливать. 5 золотых осколков. Неплохо. Так, опять Рокстеди, ребята, он не выпадает очень часто. Еще тигр почему-то мне выпадает частенько. 2 доллара, блин. Это, конечно, все понятно, но кружка. Так, у нас еще есть попыточки. Бинокль, ну вот это вот самое последнее, что я хочу. Вот, ребята. Выпало нам с вами ДНК на супер шреддера. 4 штучки. Может быть, здесь попробовать. Сколько? Еще 2 попыточки есть. Давай, я рискую, ребят. Ай, 2 доллара. И последний шанс. Шреддер, ну, в принципе, ребята, даже это неплохо. Этот шреддер нам тоже нужен для того, чтобы его прокачать. Ну, естественно, я хотел бы получить нашего супер шреддера. Я надеюсь, до завтра у меня накопится сыр. Точнее, до сегодня. То есть до дня, потому что сейчас уже ночь. На дворе 2 часа ночи. Видосик пока выложится, это уже будет где-то, наверное, под утро. Поэтому вторая серия там уже практически сразу будет, да, следом. Ну что же, а мы с тобой тогда двигаемся. Ух ты, не понял. А, ребята, смотрите, я накопил золотых осколков. Вот это да, а вот это круто. Ё-моё. Слушай-ка, я даже немножко растерялся. И кого же нам перевести с тобой в золотой ранг, а? Вот это да, вот это вот сюрприз для меня ночной, так скажем. Так, ну давай подумаем. Бибоп, неплохой хиллер, да? Рафаэль тоже хиляет. Донателло выпускает шар. Рафаэль. Баффер. Правда, он бафает только себя, но все-таки у него есть массовая атака топором. Почему она массовая? Она не массовая, она одиночная, но она очень сильная. Донателло оригинал и Микеланджело оригинал. И Леонардо. Блин, я не знаю, ребят. Слушай, давай Лео. Лео никогда нас не подводит. Поэтому я буду его улучшать. Ну что, Лео, я тебя поздравляю. Ты переходишь у нас в золотой ранг. У тебя 4 золотые звезды. И это классно. Будем прокачивать его дальше. До 5 звезды. Но нам нужно будет очень-очень много ДНК.
но нам поможет смятение из другого измерения. Так, ну теперь можно смело туда отправляться. У нас 209 сыра. И мы с тобой, ну, попробуем хотя бы пройти первую главу, да? До вторую, я не знаю, дойдем, не дойдем. Начинаем. Так, ну, как ты понимаешь, мы с тобой берем нашу... Так, у меня Бакстер здесь должен быть или Донателло? Давай, наверное, Донателло возьмем. Нет, Бакстера. Потому что у Бакстера есть две массовые атаки, а у Донателло всего лишь одна. Но хочу подметить, что Донателло имеет щит, который довольно неплохо может спасти нашу команду. Ну что, консервные банки мы сейчас с тобой быстренько разберем. И надо нам Бакстера с тобой как можно... Тихо. Усаги у нас здесь в зоне риска. Несмотря на то, что он очень сильный, он также и ватный по здоровью именно. Так, Бакстера Стокмана мы немножко с тобой задебафили, да? Отлично, он упал. А эти банки мы с тобой с полтычка разберем. Хиляться я пока не буду. Оставим хилочку с тобой. Здесь ничего критического нету. А вот следующий бой, возможно, придется нам потратить. Сейчас посмотрим, кто здесь. Тигриный коготь и Рокстеди. Давай-ка мы, наверное, с тобой сделаем вот так для начала. Блин, не заблокировали. Давай тогда пробивать его. Отлично. Теперь, блин, и маузеры, в принципе, намешаются. Они сейчас будут что, дебафить, по-моему, нас? А, нет, они просто атакуют. Слушай, ну тогда неплохо. Тогда очень даже неплохо. Рокстеди, надеюсь, сейчас все-таки... Во, массовая атака. Хопа. Постепеночка повесилась на Рокстеди. И, как ты видишь, на маузера. Но я все-таки хочу добить Рокстеди. И ему крышка. Ну что, маузер, отправляйся куда подальше. И, как ты видишь, мы с тобой здесь идеальненько прошли. Ну, еще таких боев у нас должно быть, ой, как много. За каждый бой мы, по-моему, тратим 6 пиццы. А у нас их 200. Слушай, ну, в принципе, неплохо. Должны пройти. Ну, что, пойдем сюда? Нет, не пойдем сюда. Не хочу. Пока не хочу. Потому что у нас Усаги немножко покореженные. Его когда восстановим, а для того, чтобы восстановить, нам нужно потратить, естественно, лечилку. И желательно это делать на второй волне, чтобы нам перейти уже, ну, со свежими силами. Так, вот эти грибы, я их терпеть не могу. Опс, блин, ты видишь, как опасно? Ты видишь, как опасно здесь, поэтому я применяю хилочку, дабы спасти нашего Усаги, и попробуем заблокировать. Вот. Блокировку повесили, то есть крип теперь может только использовать обычные атаки. Никаких у него суперударов уже не будет. Так, ну и добиваем, наверное, с тобой. Нет, не добили. Я думал, что сейчас грибочки эти у нас получат по полной программе, но нет. Они выживают. Так, давай-ка этот гриб. Ах ты. Все, ребята, переходим с тобой на вторую волну. Хан, это вот самый опасный, потому что он может вырубить моментально нам Бакстера Стокмана. Что бы сделать? Я, наверное, возьму провокацию. Пускай, как говорится, все прыгают на Рафаэля, а Рафаэль в этот момент будет тут их в ответку тоже бомбить. Давай-ка ракету, наверное, бомбанем. Так, минус Хан, уже проще. Ну и Рафаэль сейчас будет контрить. Опачки, контратака. Этому сейчас тоже достанется. Теперь Усаги. Давай, наверное, Саблезуба с тобой попробуем. Ну, блокирует его. Он вообще ушатал его. Так, пробивной удар на Бибоба. Нет, не вышло. Опачки. Ого. Это что такое сейчас было? Ты посмотри. Почему он так очень много здоровья отнял? Эй, Бибоб. Да, друзья мои, это нежданчик для меня. Надо срочно нам хильнуться за счет Леонардо. Да что ж ты будешь делать? Ты посмотри, а? Так, а я могу? Я могу как-то пропустить. Давай сделаем. Мне нужно перейти на Леонардо, чтобы он успел сделать хил. Так, Лео, давай. Отлично. Все, спасибо большое. Мы с тобой захиливаемся и добиваем банку консервную. Слушай, да, Рафаэля вот так вот опасно брать в провокацию, потому что ты сам понимаешь, персонажи довольно не слабые здесь, и каждый бомбанет. А если еще с повышенной атакой, то Рафик долго не проживет. Я ему помочь ничем не смогу.
Ну что же, давай здесь попробуем с тобой. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь нам нужно подождать, пока у нас откатятся хилки, чтобы уже идти на черепашек, которые у нас находятся в центре. Бакстер Стокман, я рад тебя видеть. Он сам по себе ватный на самом деле. У него очень слабая броня, но зато у него удары солидные. Так, а Усаги, я смотрю, не повесил у нас, да? Двойной удар, кроме вот как у Микеланджело только есть. Но это, по-моему, его врожденный талант. Так, минус Крэнк. Мини-Крэнк, так его назовем. И этого Хлобуду. Блин, да что ж ты будешь-то, а? Делать, не ушатали мы его. Двигаемся дальше. Вторая волна, смотрим, кто у нас тут. Угу. Астрозуб и мутагеноид. С этими ребятами тоже лучше не шутить. Особенно с Астрозубом. Мы все прекрасно знаем, что он встает в стойку. И фиг ты его потом пробьешь. Поэтому будем... Давай я выпущу волну. Шикарно, кстати, получилось. И попробуем заблокировать его. Не, не вышло. А если так? О, эти упали. Мутагеноид у нас теперь, да? На очереди. Слушай, он сейчас будет, наверное, массовую атаку делать. Если успеет, конечно. Ну, майки, пожалуйста. Есть. Слушай, красавелла этот майки, да? Пускай у него иногда и слабенькие атаки, но он очень хорошо выручает именно то, что вешает уколомку, и то, что он может еще отхилять нашу команду. И хиляет он довольно солидно. Уж, поверь мне, в пример больше, чем Кирби. Ну, Кирби, если прокачать по полной программе, он, наверное, тоже будет выдавать неплохой крит на лечилку. Ну что, ребят, давайте попробуем разобраться вот с этими черепашками. Я возьму, наверное, сюда все-таки Донателло. Я не буду рисковать. Я думаю, что от Дони здесь будет больше немножко, как говорится, толку. Фух, вот она команда. Делаем, естественно, в первую очередь уклонение. Против этих ребят только так нужно. Видишь, видишь, массовые атаки пошли. Так, Рафаэль дает Джазу. Так, теперь попробуем повесить на них постепенный урон. Не забывай, что Рафаэль, конечно же, может отхилять всю команду. Но если он успеет. Он успеет, но мы Микеланджело с тобой сейчас вырубим. Упс. Слушай, разобрали как сосунков. Ты посмотри, они даже ничего не успели сделать. Микеланджело там что-то повыпендривался, сделал свою массовую атаку, и то не попал практически ни по кому, и мы их вырубили. Так что идем дальше. Так, там у нас остается сколько еще? Пиццу у нас с тобой хватает. Тут остается нам всего два раунда пройти, да, и мы уже будем на второй локации. А на второй локации там сколько? В общей сложности 10, по-моему, да? 10 уровней. Сейчас попробуем пройти. Так, хилочку с тобой прибережем. Ванюшу. Вот, Ванька заблокирован. Теперь остается просто их тут уничтожить. Я обожаю, когда у Леонардо висит именно двойной урон. Ну, две атаки, то есть. Он бьет один раз, потом еще один раз. Так же, как и у Рафаэля. Это все благодаря нашему Усаги. Ну, добивай его. Ай-яй-яй, не вышло. Это все благодаря Усаги. У него есть пассивка, когда он вешает с определенным процентом вероятность двойной атаки. Так, ну здесь мы знаем прекрасно, что Ксивер Монтес довольно хитрый и подлый противник. Его лучше, ребят, сразу ушатать. В принципе, и Крис Брэдфорд тоже. Он может свой проникающий удар сделать, который наносит огромное количество урона. Я сам пользуюсь этим приемом. Ну все, тут уже можно просто разбирать. Как говорится, угроза миновала. Эти кланфутовцы для нас это как семечки, да? Ну что вы тут прыгаете? Угу. И остается всего лишь один кланфутовец. Усаги его ушатал. Все, вот это мне нравится. Три звездочки, соответственно, мы с тобой зарабатываем еще сундучок, ну, это так, образно говоря. На самом деле мы с тобой получаем звездочки, и за эти звездочки потом уже будем открывать сундуки. И двигаемся с тобой вот сюда. Потом у нас будет Шреддер, кстати, к Шреддеру тоже нужно будет подготовиться, чтобы пойти туда с фулл хп, это раз. И желательно, чтобы у нас с тобой были... Ну, больше процентов суперударов сохранены. Особенно уклонение. Так, начинается, да? Разбор полетов. Не попал, и это классно. Усаги не заблокировал. Ну что, пробивной делаем тогда?
Бакстер упал, и у нас консервные банки. Ну, это изи. Бакстер, ну ты бы мог бы... Вот. Почему ты только на последнем ходу? Если бы ты на первом бы повесил на него вот это вот понижение защиты, да, то со второго удара он бы обязательно его ушатал. Так, здесь я буду применять, конечно же, супер удар, супер атаку массовую, потому что здесь, ну, сам видел, паукус, тигриный коготь, плюс крысиный король. Ну-ка, если мы так сделаем. Минус. Так, теперь по возможности, наверное, тигра бомбанем. Так, еще ударчик. Постепенно урон его добьет, поверь мне. У Саги довольно сильный вот этот вот дебаф с постепенным уроном. В принципе, можно вот убивать их, они сейчас упадут оба. Или же мы их просто сами добьем. Офигеть у нас инициатива, ты видел? Просто у врагов не было шанса выжить, извините. Мы их просто запинали. Ну что же, а теперь встреча со Шредером. Это, так сказать, переходящий у нас будет звено с тобой, да? Если мы побеждаем, проходим там еще остальные вот эти вот поля. Сколько их здесь? Давай посчитаем. Ну, не считая, конечно, Шредера. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, да? И на каждый бой мы с тобой тратим 6. То есть это нам нужно 60 пиццы. Да, нам хватит, ребят, сегодня пройти. Поэтому погнали. Ну что, на Крэнге, ой, на Крэнге, на Шредере главное нам с тобой повесить уклонение. Я его не тратил, я его сохранил. Так, крип. О-о-о, нам нужно будет еще с тобой залечиться на всякий случай, потому что смотри, что это вытворяет, а? Так, делаем уклоняшку в первую очередь, потом хильнемся, это ничего страшного. Погнали. Нам нужно как можно быстрее их сейчас подбить здесь, чтобы уклонение осталось именно на Шредере. Так, минус крип. И давай попробуем сейчас ушатать. Нормуль. Все, ребята, Шредер идет. И мы его встречаем, как говорится, во всеоружие. Но у нас с тобой есть уклоняшка. Мы можем с тобой в любую секунду подхилиться, если этого надо будет. А это надо будет сделать, потому что у нас здоровья маловато. Вот. Ну и теперь... теперь можно сделать вот так вот, ребята. Бафнемся с вами конкретненько, да? Плюс у нас тут защита. Ой, ты посмотри, что на нас висит. Все самое лучшее, что могло только повеситься. Все, ему крышка, ты понимаешь? Ему крышка сейчас будет, Шредеру. Он ничего тут даже сделать не сможет. У каждого по две атаки. А, он баф на себя повесил. Иммунитет. Ну и что ты думаешь, тебя это спасет, что ли? Шредер, ты меня не смеши лучше. Так, Бакстер, ну, нормуль. Вообще никаких не было проблем. Только что на твоих глазах он даже никому, по-моему, урона-то не смог нанести. А мы его вычеркнули из этого списка, да? Ну что, первую локацию мы с тобой прошли идеально. Теперь переходим на вторую. Тут главное тоже не посануть. Особенно с оригиналами. Оригиналы у нас вот здесь вот в серединочке. Да-да, они меня ждут и не дождутся. В данный момент я беру здесь Бакстера Стокмана. Но, наверное, ближе к концу я, наверное, возьму все-таки Донателло. Так, зачем я этого халабуду-то бью? Объясни мне, когда мне нужно уничтожать нейтрализатора. Ой, совсем забыл, а? Давай его попробуем ушатать. Двойная атака. Отлично. Добьешь? Молодец, красавчик Бакстер. Ну и этого голодранца мы сейчас с тобой уничтожим. Чик. Все. Погнали. Вторая волна. Кто у нас тут? Острозуб. Я думаю, что здесь можно и вот так сделать. Не хочу просто терпеть унижение от этих маузеров. Так, муха. Иди отсюда. И острозуб. Майки сможешь пробить? Не хватило ему, да? Немножко силы. Но это сделал у нас Бакстер Стокман. Причем довольно неплохо. Ну что, довольно быстро мы с вами идем. Остается еще 9 боев. Да, там 10 в совокупности мы с вами почитали. Теперь 9. Наверное, мы так вот сейчас с тобой обойдем здесь в окружечку, да, все. И потом сиганем туда. Все здоровенькие, целенькие, улыбаются. Нравится мне, когда у моих персонажей вот такое вот оптимистическое настроение.
Севермонтес, вот ты что думаешь? Я до тебя не доберусь, что ли? Стоишь там среди консервных банок этих. Ага, ага. Так, вот это не надо делать. Усаги, давай вторую атаку. Не смог пробить. Лео, конечно же, все это дело исправляет. И теперь мы мстим этим банкам консервным. Да что ж такое-то? Ну, да посмотри, он докопался до Микеланджело и все. И бомбит его постоянно. Так, мы идем с тобой дальше. Ох, ядрёна вож. Посмотри, здесь Рокстеди. Причем две штуки. И Бибоп. Давай-ка, наверное, мы с тобой вот так попробуем сделать. Ну, почти, почти ушатали. Раф, давай-ка добей его. Теперь нам нужно... Стоит ли... Нет, я не буду уклонение пока ставить. Хотел, да что-то передумал. Попробуем вот так сделать. Окей. Теперь добить бы его. Да, Усаги добивает. Теперь вот этого. Блин, сейчас муха хил врубит. Я больше уверен, что он... Да, естественно. Как же она без хила-то? Вот это ты зря. Зря ты, Бибубчик, на моего лидера Леонардо лезешь. Блин, мелкая вошка такие неприятности делает. А ну-ка. Раз. И два. У него иммунитет, поэтому заблокировать способности мы, конечно же, не можем. Мухи этой. Ну, зато мы и так легко справляемся. Идеальная победа. Ну что же, двигаемся дальше. У нас практически с тобой нижний ряд весь пройден. Остается, по-моему, еще один. И уже будет потом центральный. Ну-ка, дай-ка глянем. Ну да, потом остается вот этот центральный. И тут еще три. Раз, два, три. Подожди, а почему у Майки... Погоди-ка, я что-то не понял. Почему у Микеланджело так мало здоровья? Это кто ему там такие повреждения нанес? Так, нельзя, ребята. Не, ну здесь вроде смотрится нормально, да? А там на картинке показывают, как будто у него там офигеть какой урон нанесен. Все здесь терпимо. Сам понимаешь, мы с тобой под уклонением. О, Рокзара сразу заблокировали, прикинь. Ну, сейчас мы его с тобой и распетрушим. Так, у этого месть стоит. Ага. Против двойной атаки тут не поспоришь. Даже если у тебя срабатывает отложенная смерть, конечно же, первый удар, как говорится, так делает, а второй просто добивает. Ну, давай дальше. Блин, я хочу Усаги прокачать до 7 ступени. Именно вот этот вот, вот эту вот пассивку. Может быть, с тобой давай так сделаем. Вертушку. Хопа. Офигеть, посыпались, да, ребятушки? Ну-ка, давай попробуем краечку сейчас с тобой угостить, как говорится, нунчаками. Вообще, уровень прошел на одном дыхании. Никто даже не вспотел. Я даже вижу, Усаги вон там что-то шмотки свои порвал. По швам, елки-палки, видимо, от натуги. Ну, ему простительно, это же сенсей. Нет, сенсей у нас Сплинтер, а это второй сенсей. Да? Ну что, идем с тобой сюда? Блин, надо хиляться. Ты посмотри, уже немножко у нас персонажи покромсаны. Даже не могу понять, почему. С какого перепуга они у нас покромсаны? Смотри. Так, с зэком лучше, конечно, не шутить. Он хоть и такой слабачок. А, смотри. Фу, повезло, что он Рафаэлю. Я не помню, кому он мог бы звездануть, что если кританет у него выстрел, он его может просто с одного выстрела уложить. Так, мину в плане. Ага, у этих тоже тут, я смотрю, постепенный, да? То есть отложенный урон, или как это назвать? Отложенная смерть. Видишь? На. Ну, и мы с тобой переходим на вторую волну. Здесь у нас крысиный король и нейтрализатор. Начну, наверное, с нейтрализатора. Хотя вот эти вот вошки меня тоже, честно говоря, напрягают очень сильно. В плане. Ну, а так, упал. Сейчас начнут кричать. Видишь, они кричат и... Блин, они еще и броню на всех повесили. Воу-воу-воу, тихо. Смотри, что происходит. Эй! Слушай, нам надо хиляться срочно, иначе...
Давай уклонение поставим пока. Ты посмотри, они крикнули, все попали. И сколько у нас осталось здесь здоровья. Выпускаем маузеров, хотя бы снять броню. Вот эту вот защиту. Ага, отлично. И теперь массовую атаку. Хотя вот это я, наверное, зря сделал. Нам нужно хильнуться. Не попали? Почему? Так, ладно, фиг с ним, потом разберемся. Сейчас хиляемся. А вот и король, да? Не попал, и слава богу. Так, этих мы трогать не будем. Они все равно упадут от постепенного урона. Эти маузеры. А почему этот выжил? На нем не было постепенки, вот почему. А ну-ка, иди отсюда. Слушай, вот здесь немножко меня напрягло. Прикинь, маузеры, каждый крикнул. И, ну, считай, больше четверти здоровья отнял. Ну, я имею в виду, вот и трое они крикнули, да, волной. И поснимали довольно солидное количество здоровья. Так что ты представь, если туда идти с неполным хп, что они смогут сделать. Так, ладно, ребят, мы с вами идем вот сюда. Набираем нашу команду, зато теперь у нас все целые. Никто не покромсанный, залеченные, да. Но хилка у кого-то будет в откате, это понятное дело. Ну, Джастин, я бы не сказал, что такой супер-пупер противник. Вот у Маузера, с какого, блин, перепуга у этих мелочей, да, вот эти механические мыши. Почему у них такая большая инициатива? У обычных каких-то рандомных, извини меня, солдатиков. У нас персонажи тут, ё-моё. Главные герои, они не могут сделать ход первым, а эти кричат. Да, парадокс. Ну что, у нас с тобой вторая... Ой, Хан. Так, давай-ка я, наверное, с волны начну. Что-то как-то не особо сильно, да? Сделалось у нас тут. Давай-ка мы Хана с тобой уберем, попробуем. Так, его не стало здесь. Теперь, наверное, Джастина. Так, постепенно урон его должен... А, Лео. У Лео двойная атака, оказывается, висит. Так, эти избежали смерти, ты видел, да? Там сработала у них защита. Но тебе что, урок, кстати, нужен особый прием или как? Ну-ка. Ну все, он не жилец. Постепенно его убило. Фух. Слушай, можно так вот каждый день проходить вот это вот смятение из другого измерения и прокачать всех своих оригиналов и всех своих классических черепашек. Но это, конечно, очень долго. Ну, ты сам видишь, по времени это уходит где-то, не знаю, может быть, полчаса. Ну, на полное прохождение, да? А с нуля, я имею в виду. Так, давай посмотрим, что у нас здесь. Ну, первая волна, естественно, изейшая будет. И тут, к тому же, змей-ковьюн. Вместе с дронами. Вот так вот. Вот самое плохое, ребят, вот видишь, у саги тут нейтралка, то есть бьем сколько есть. А вот когда у героя даже тут нет, я хотел показать, когда стрелочка вверх идет, зелененькая, то, соответственно, этот персонаж наносит двойной урон врагу. Вот, например, видишь. Так, ну здесь мы... Так, Рафаэль здесь фигово бомбит. Хотя это фигово тоже неплохо сказывается. Ну, двойная атака у тебя, давай, Майки, жги. Не вышло. Добили. Так, опять у саги, я смотрю, здоровье там немножко покромсано, да? Ну да, так оно и есть. Сделаем с тобой вертушку. Хопа. Давай, наверное... Нет, мутагеноиды все-таки. Ушатали. Крысиный король тоже падет сейчас. Ну, ну, есть. И училку с тобой, бумс. Бакстер Стоун ушлепал просто своими вот такими гигантскими клешнями. Просто ей в голову туф, со всего размаха. Ты представляешь, какая там дурь. Училка просто, наверное, вздрогнула во сне, елки-палки. Она в коме, наверное, 10 лет потом пролежала после такого удара. Смотри, у нас с тобой совсем, совсем маленечко остается. Всего лишь 4 раунда. 4. То есть, не считая вот этого. Так, после того, как мы сейчас с тобой здесь, наверное, разберемся, я пойду на оригиналов. Тихо, 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 мышки. Блин, зачем? Зачем я ее начал бомбить? Мне нужен вот кто. Так, сейчас мы будем с тобой применять хилочку. Ну, не в этом раунде, скорее всего, в следующем.
Сейчас посмотрим, как тут все аукнется. Этот взял на себя провокацию, а? Вот таракан, падай за это. Так, и здесь, надеюсь, Бакстер. Ай-яй-яй. Так, тихо, кому бомбит? Опа. Ну тут само по себе напрашивается, естественно, надо хиляться. И добиваем нейтрализатора. Переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас, ага, опять же нейтрализатор. Двойная атака, давай еще разок. Нормуль. Так, попробуем добить. Дальше мы берем с тобой в расход Бибоба. Угу, в расход. Давай волну. Волна, в принципе, хорошо, но постепенно урон только вот на этого повесится и на этого. Так что давай вот этого, наверное, с тобой нахлобучим, а эти уже упадут сами по себе. Все. Ну что, друзья мои, оригиналы нас ждут, и мы сейчас идем именно к ним. Те ребята тоже шустрые, особенно не надо давать нам, чтобы Леонардо стал в провокацию. Свою стоечку, да? Ну-ка. Блин, Донателло хотел взять. У Донателло... Ай. У него здоровье не восстановлено. Я совсем этот нюанс забыл. Ну ладно, Бакстер. Я надеюсь, ты меня не подведешь. Так, во-первых, делаем с тобой сразу уклонение. Против них, как говорится, шутки плохо. Теперь делаем массовую атаку и надеюсь, что повесим постепенный урон на всех. Да, Леонардо, как всегда, почему-то выжил. А ну-ка, кто у нас хиллер здесь? Я уже не помню. Я знаю, что Рафаэль имеет массовую атаку. Но у нас уклонение есть, да? Попробуем пробить Лео. Ай-яй-яй. Так, этот еще и иммунитет вешает. Ты посмотри, а. Леонард, ну как всегда. Я, ребят, вот этого и боялся, что он встанет в стойку, а. То, что это кусок бросает, это ерунда. Это терпимо. А Рафаэль сделает... Ага, вот он какой делает. Я думал, массовую атаку будет применять. Ну что же тогда. Оу, Лео упал. Соответственно, вызываем с тобой маузеров. И победа. Вот и все. Растеклись, как говорится, чернила. И мы с тобой продвигаемся дальше. Остается всего лишь два боя, ребята. Или три. Нет, по-моему, два. Два боя, это считаем вместе с Крэнгом. Давай-ка посмотрим, раз и два. И победушка, естественно, будет у нас в кармане. Здесь нам тоже нужно будет к приходу на Крэнга сохранить уклонение и хотя бы один хил. Так, берегем Бакстера, потому что Хан очень может быстро его вырубить. Ага, он делает дебаф, а тем более под дебафом. Тем более под этим делом. Так что шутки проще, он еще ускоряется. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, смотри, что... Смотри, что делают. Так, естественно, Хана. Блин, заблокирование получилось. Че, будем хиляться, а? Давай, наверное, хиляться. Ну его нафиг, я знаю, на что Хан способен. Теперь я беру провокацию. Рафаэль, он так быстро не ушатает, хотя может нанести неплохой урон. Ага, ага. Смотри, да? Сколько он нанес Рафаэлю урона, несмотря на то, что у нас была дополнительная защита. Да, жестко, жестко бомбит Хан. Нам нужно, наверное, скорее всего, еще разочек подлечиться. Только это уже будет от Микеланджело лечка, потому что у Леонардо 4 хода откат. Так, погоди-ка секунду. Давай ответку. Все, давай, Майки, подлечивай нашу команду. Попробуем бомбануть ракетами. Нет, слабо было. Как они меня раздражают, а? Вот эти вот чудики с массовыми атаками. Сейчас еще и каракать что-нибудь. Ой-ой-ой, тихо. Эй, ребята, ты посмотри, что происходит. Я боюсь за Усаги. Блин, у него очень мало здоровья. Твою ж налево придет. Блин, зачем я делаю? У них же броня стоит. Вот это было глупо на самом деле. Так, Рафаэль пока стоит в провокации. У нас есть с тобой шанс. Трындец. Ты видишь, да, что происходит? Блин, горелые. Так.
Да дайте мне хоть кого-нибудь подбить. Что за дело? Так, упал, короче, мутагеноид. Смотри, они начали... А, у нас провокация кончилась. Ёпрсоте. Так, срочно ушатываем. Пытаемся, по крайней мере. Так, заблокировали. Так, давай, добиваем. Блин, у нас с тобой лечения нету, прикинь. Так, раз. Два. Ладно, фиксим. Уклонение поставить. Да, придется уклонение влепить. Потому что очень мало здоровья у нас на Усаги. Ты видишь, что он творит, а? Ты видишь, что он вытворяет? Ну-ка. Лео положил, да, этого сосунка. Блин, охильнуться-то. Ё-моё, ты знаешь, о чем-то говорит? Мне придется Усаги убрать из боя. Как это нелепо не звучит, но да, он не пойдет у нас на следующий с тобой бой. И с Крэнгом его не будет. С Крэнгом его не будет. Блин, да тут и у Майки тоже жизни не очень много. Твою ж дивизию. Может быть, взять Железноголового как провокатора, а? Как провокатора. Наверное, мы с тобой так и сделаем. Ладно, ребята. В первый раз иду такой вот командой. Железноголовый, чтобы у нас тут был Донателло. Сейчас посмотрим, что у нас с тобой здесь получится. Инициатива. Как видишь, слабая. Хорошо, что... Вот. Вот. Лечение. Это самое главное. Иди ты знаешь куда, Бибоп, ты уже достал. Броню мы с тобой будем применять уже ближе к концу. Да-да-да, конечно. Что-то как-то нам тяжело даются эти противники. Массовая атака опять? Да чтоб тебе. Блин, ненавижу, когда они так делают. Оу-оу-оу. Да иди ты. Ты вот серьезно, что ли? Ну как он так может с одного выстрела снести столько здоровья? У меня такого ни разу не получалось, понимаешь? Еще и замедлил. Лечиться нам опять придется, понимаешь? А я хотел на Крэнга пойти, чтобы у нас уже была лечка. Фигею я. Не могу этого говнюка разобрать, и все. Хоть ты тресни, ты прикинь. Я не могу какого-то Бибоп разобрать. Да. А Крэнг такие, ребята, ошибки не прощает. Понимаешь? Если он где-то увидит слабину, он именно этим воспользуется. Поэтому, если сейчас у нас упадет с вами стоечка, да, провокационная, ох, зарядит он по полной программе. Ладно, Крэнк, выходи сюда. Будем сейчас с тобой, не знаю, из тебя фарш делать. Да он, в принципе, и так похож на фарш какой-то. Начинается, ребята, погнали. Окей, пол хп сняли. Дальше что? Давай вот эту бейсбольную бомбу. Ага. Поджог, давай поджог сделаем с тобой. Постепенно урон повесили. Это уже хорошо. Так, кому он сейчас? Рафаэлю звезда. Ой, массовая атака пошла, тихо. Фух. Нам повезло. Добивай его, Рафаэль. Отлично. Ну что же, друзья мои, вы все прекрасно сами видите. Мы прошли с вами смятение из другого измерения. Теперь остается открыть пак и плюс еще сундуки. Надеюсь, с вкусняшками. Ну давай, 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 давай. Ну что ты так долго? Ну не томи ты меня, а. Ну вот этот вот раздражающий кругляк крутится, крутится, гипнотизирует, ё-моё, меня. Ну, а это, кстати, что такое? Это, по-моему, люк от колодца, да? В центре, ну, давай смотреть. Ага, Микеланджело оригинал, Микеланджело классика, Донателло оригинал и опять оригинал. Плюс 400 сюриков. Ну, давай смотреть, что нам здесь выпадет. Джастин. Хан. Это все у нас есть. Пиццелица, тем более. Опять Джастин, Кирби. Так, и Рокзар здесь. Вот, Донни, классика. Леонардо, классика. Плюс Рафаэль, оригинал. Две ДНК. Во. Донателло, классика, три ДНК. Леонардо классика 3 ДНК. Микеланджело классика 2 ДНК. И последний сундук. Леонардо оригинал 3 ДНК. И... А, ну вот, Леонардо. Короче, в общей сложности 5 ДНК. С
Слушай, еще получили с тобой 11 откатов. А что это у нас еще пиццы-то столько откуда? Это я, видимо, наполучал, да, с сундуков. Шикарно. Так, давай-ка, подожди-ка, мне нужно дубликатор забрать. Дай-ка я разберу. Нормуль. И хотел я у Донателло прокачать навык. Сколько нам не хватает? Всего лишь 3 комикса. Давай попробуем их вытащить. Эти чертовы 3 комикса. Так, откатик, точнее телепортик. Один комикс мы с тобой нашли. Опять будет тыква, да? Кормить меня. Слушай, мы тогда попробуем с тобой вот здесь вот найти. На героях, мне кажется, лучше. Так, портрет короля, который мне не нужен. Так, вот он, комикс-чувак. И последний нам остается с тобой вытянуть. Вот он. Отлично, друзья мои. А нам хватит с тобой мутагена-то? Хватает. Ну что, друзья мои, прокачиваем. До 6-й ступени. Бейсбольная бомба. Отлично. А теперь давай-ка приценимся, кого дальше нам с тобой прокачивать. У Саги, по-моему, все прокачано, да? До 6-й ступени. Смотрим дальше. Здесь на Рокзаре все отлично. На Бакстере прекрасно, тут все хорошо. Железноголовый прокачан. Зэк прокачан. Ага. Армагоша, блин, прикинь, если мы ему прокачаем до 6-й ступени вот этот вот привет, приятель. Я думаю, он так будет вжаривать. Слушай, стоит этим заняться. Но, конечно, тут искать нам придется с тобой очень много чего. 9 Ч-планшетов, 14 джойстиков, да, 5 вот этих кошек и 10 3D очков. Но я думаю, что оно того стоит. Плюс еще не забывай, что у него большой белый нет. Это как раз вот делает эту защиту. Да, так и будем. Ребят, короче, не забываем, что прокачивать у нас пойдет Армагоша в следующих сериях. Ну а на этом, друзья мои, пожалуй, мы с вами будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!